В этом году аграрии Дагестана планируют собрать рекордный урожай клубники – 9 тысяч тонн. Это на 33% больше, чем в прошлом году. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия, выращиванием клубники в республике занимаются преимущественно в личных подсобных хозяйствах Дербенского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Напомню, что в прошлом году в Дагестане был собран рекордный за последние 30 лет урожай винограда – около 208 тысяч тонн.